В этом году праздник «Собака плюс я» пройдет в 10-й раз. Организаторы готовятся к юбилейному событию с большой ответственностью. В планах провести мероприятие еще более масштабно, чем в прошлом году. В этом году, конечно, мы хотим прям вот с тортиком, с праздником, в общем, чтобы было все приятно, хорошо. Очень надеюсь, что нам погода поможет и не подведет, потому что у нас каждый праздник с какими-нибудь катаклизмами, ливни, дожди, ветры, ураганы еще только не было. Вот, в этом вроде пока стоит солнышко. В общем, надеюсь, что все удастся и все будет классно и хорошо. По традиции в программе праздника выставка породистых и беспородных собак, экспертизу которых проведет специалист из Нижнего Новгорода. Также четвероногие друзья примут участие в конкурсе костюмов, веселой эстафете и конкурсе «Ребенок и собака». Призы получат все. И сейчас набираем как раз наполняемость праздника. То есть, возможно, еще продажа будет чего-то и для собак, и для владельцев, и для людей. Что-то интересное, вкусненькое. В общем, посмотрим. Пока у нас все в процессе. Мероприятие пройдет 3 июня на стадионе «Юниор». Регистрация участников с 9:30. Сам праздник начнется в 11:00. Прийти на мероприятие может любой желающий. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 903 040 88 60. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.